Итак, замер весь стадион. И гол. Четко очень Гризман поймал, по-моему, голкипер сборной Австралии на вот этом маленьком, может быть, даже движении, когда уже Райан перенес вес своего тела на другую ногу и, соответственно, выпрыгнуть не смог. Но мы сейчас еще посмотрим, конечно, на повторы. Французы вот так вот празднуют гол. А мы еще раз смотрим повтор. Ну да. Посмотрев несколько видеоповторов, судья принял такое решение, а Мэтч Райан не выручил. На 11 метрах они все застыли полной командой. Какое-то мини-совещание французы провели. Мне кажется, что они чувствуют, что игра не дается. И надо как-то вот какую-то эмоцию поймать. Нет, ну теперь для Франции, конечно, будет проще, потому что она первой забила.